Да. Подарок Евангелия. Все слова Христа о вечной жизни. Бесплатно. Погрейте на душе. Очень хорошо. Вот это сайт. Нашим детям. Ну, там, бесплатно Евангелие. Все слова Христа. Возьмите наш сайт. Дай Бог вам здоровья. Евангелие, тут пришли. А где вы его делаете? А? Как-то нету такого. Конечно, это только по приходу. Евангелие, тут пришли. Смотрите, по поводу. Есть наш сайт. Евангелие, подарок. Все слова Христа о вечной жизни, Святое Евангелие Господа Иисуса Христа. Видите? Какой же, видите? Подарок. Да, читать. Читать, веровать и идти за Христом. Помоги Господу. Положите в сумочку. Все слова Христа о вечной жизни. Все слова Христа о вечной жизни. Подарок есть. Есть, да? Сайт возьмите наш. А, взять. Взяли уже, хорошо. Все слова Христа вечной жизни. Помоги вам, Господи. Да. Это истина. Веруйте в это. Почитайте. Христа вечной жизни. Глядите, как пишет. Бесплатно. Веруйте в Иисуса Христа. Поглядите, шрифт какой. Ротовный церковь, Евангелие, подарок. Видите, какой шрифт. Все слова Христа, отлично. Ну, вам-то зачем это, скажите? Давайте, это вот Иисус Христос принес эти слова. Вы берите. Все, слава Христу. Возьмите Святое Евангелие, бесплатно. Ну, помогите, кто мне дает? Прямо православный. Да, православный. Возьмите наш сайт, пожалуйста. Слава Христу. Все там, сайт. Подарок, Евангелие, все слова Христа. Вот тут наш сайт. Можно заходить. Помоги Господу. Веруйте в Иисуса Христа, он наш спаситель. Он спасет вас от грехов. Ну, я понимаю, я тебя прекрасно. Компьютер-то все равно нужен, ты же молодой. Ну, на тебе Евангелие читать. Раз ты тратишь. И обязательно купи себе компьютер. Православная церковь. Писать православную церковь. Возьмите вот Евангелие, поглядите, бесплатно. Подарок, Евангелие. Все слова Христа вечной жизни. Пожалуйста, помоги Господи. Вот сайт наш, заходите на сайт. Слова Христа вечной жизни, поглядите. Отличный шрифт. Евангелие, какие слова? Слова, живоносные слова. Все остальное тут смерть, а это одна жизнь. Вот это вот жизнь. И она войдет в вас, если вы прочитаете. Веруйте в Иисуса Христа. И будете жить вечно. Это сам Христос сказал. Сам Бог Отец сказал. Вер, помоги вам, Господи. И обязательно вот сюда заходите. Мы из православной церкви ходим. Заходите, пожалуйста. Помоги Бог вам. Православная церковь. Поглядите. Бесплатно. Какой шрифт? Евангелие святое. Иисуса Христа. Бесплатно? Бесплатно. Совершенно. Вот тут наш сайт. Заходите еще на сайт. Помоги Бог вам. Спасибо. Я бы племяннице подарила, еще можно.
Возьмите. Вы только дарите. Вы сами дарите, видите? Хотя это не мы делаем, а Христос. У меня племянник, это в городе. Я хотела, чтобы он отчисляла. Так а вы лучше вот это вот перешлите наш адрес, вот этот вот нижний, и все. И она будет читать, она войдет, племянница выйдет на компьютер, компьютером занимается, да. Есть компьютер, ну и все. И ей не нужно будет это Евангелие, там все есть. А вы подарите кому-нибудь, кто здесь. Хорошо, я поняла вас. Да. И она легко выйдет, там все будет знать. Там хорошо, там любой шрифт на компьютере можно сделать. Это вот очень сложно, когда... Конечно, помоги Бог вам. Веруйте всем сердцем. Поглядите подарок, Евангелие святое. Все слова Христа лично. Помоги Бог. Да? Конечно, можно. Сегодня Благовещение, да. Надо заботиться о живых, в первую очередь. Могилки, если они вам дороги, выбирайте в любые какие-то дни. Не в этом дело. Вы можете вот хоть чем заниматься, у вас свобода полная. Только тогда, когда вы во Христе свободны. Вы должны уверовать в Иисуса Христа, в церкви Его Святой находиться, быть членом церкви. И тогда у вас все на место станет. Вы будете заботиться о живых. Вот видите, мы сейчас ходим среди живых. Не по могилкам мы ходим-то. Можно и по могилкам это скажут, но будут снимать на камеру. А здесь только бить будут. Понятно? Потому что мы говорим о живом Христе. Вы должны жизнь сменить. Не вот так ходить, как отребья мира сего, а нормально, в юбках ходить. Не вот это, что пожелать Христое, а как вот Христос заповедовал. Понятно? Не стричь волосы, не краситься, не грудить, не курить, не материться. Вот к чему призывает Христос. Понятно? А могилки там, это все второстепенно. Он не будет спрашивать, ты могилку матери убрала там или дедушки. Он тебя спросит, ты мои слова читала? Ты почему у них жила так? И накажет. Это тут тоже написано все. Это мы тут такие мягкие ходим. Возьмите. А там такие слова, что вздрогнешь, понятно? Ну читай Евангелие это и все поймешь, что нужно делать. Давай, вперед. Звони, если что. На компьютер обязательно заходи. Помоги, Господи, кому еще дать? Вот, увидите, дайте. Православная церковь. Это наш сайт. Это не его. Здесь истина. Сайт. Подарок. Все слова Христа не снижают. По наставлению. Вот. Конечно, мне еще две дети. Я начинаю читать. Здесь будут сайты. Лежат. Тут очень много всего. Можно да слушать нет, даже. Который... Все. Помоги Бог вам. Мне, да. Помоги Бог вам. Давай,
Веруйте в Иисуса Христа. Подарок Евангелия. Подарок. Спасибо. Слава Христу. Подарок Евангелия. Взяли? А это сайт. Ну так так и что? Филармония. Так, вот и мы программы. Если вам нужно или нет. Нет, нам не надо. Нам не надо. Нам не надо, нам некогда, видите, мы распространяем Слово Божие. Мы сами можем спеть. Но это не йоги. А? Вы о чем? Это православное издание, Мич. По благословению патриарха Кирилла, там сам вообще. Точно? Конечно, точно. Вот, смотрите. Вы имеете в виду свидетели Иеговы? Да. Да? А вы их сильно знаете хорошо? А? Хорошо знаете свидетелей? Ну почему же вы так о православных проповедниках так-то не говорите? А вот о них говорите, значит они шарятся везде, их все знают. А православные проповедники стоят, патриарха Кирилла, Евангелие распространяют, и вы говорите какие-то Иеговы. Пожалуйста, обязательно. Подарок Евангелия. Подарок Евангелия православной церкви. Отлично. Подарок Евангелия православной церкви. Смотрите, какой шрифт прекрасный. Сайт есть. Возьмите сайт. Веруйте, что за Христа вас почувствует. Благовещение. Православная церковь. Шрифт, посмотрите какой. Подарок тем более. Сайт наш. Помоги Господу. Помогите вам. Читайте. Конечно. Пожалуйста, сайт. Сергей, покажи. В телефонах, там верующие люди, прошу. Поглядите, какой шрифт. Так. Подписка. Это Новый Завет. Это Новый Завет. Здесь только Евангелие. Все слова Христа везде. А потом еще должно быть деяние, послание апостолов идти. Последнее откровение. Как не делают. Конечно, все это печатается. Называется Библия. А сверху еще Ветхий Завет. Это все Библия. А мы распространяем только Евангелие, только слова Христа о вечной жизни. Это только Евангелие здесь. Кто те-то? Кто те? О чем вы речь ведете? Кого нету-то?
Они есть, просто здесь. Они в магазине есть, просто у людей не хватает денег, чтобы туда печатать много. А кто-то есть, конечно. Киоски купить можете. Библию. Держи. Да, это, говорит, уже перестали А вот женщина православная, называется православная, она против проповеди. Снимай, снимай, милиция. Вот конституция вас и распустила, да. Да. Некоторые есть, я не запрещаю вам. Ну, вот это вот насилие, Ведь это не запрещено, камеру снимать. Мы вот сейчас. Конституция нам разрешает проповедовать. Ничего не нарушает. Да, ну вот это по вашему. А торговали здесь люди, они нарушали, да? Поэтому все у нас вот так и делается.